В Карачаево-Черкесии прошел единый день пенсионной грамотности. Социальный фонд открыл свои двери для студентов и школьников, чтобы рассказать, как устроена пенсионная система России и ответить на интересующие вопросы. Подробности у Али Баташева. Твоя будущая пенсия зависит от тебя. Это главный принцип формирования пенсионной культуры у молодежи. Необходимость задуматься о том, что ждет тебя в старости. Знать, как формируется пенсия в нашей стране и как повлиять на ее размер. В этом состоит цель проведения единого дня пенсионной грамотности, говорили выступающие. Проведение таких мероприятий стало традицией. И в этом году мы уже 11-й раз проводим такое мероприятие при поддержке правительства нашей республики, парламента Народного собрания нашей республики, за что я им очень благодарен. Для того, чтобы быть уверенным в жизни, ребят, вам только кажется, что, вот, что время так, впереди вся жизнь. Но человек живет и, уходя на пенсию, оказывается, что у нас и продолжительность жизни, вы знаете, увеличилась сейчас, вот как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, до 73. Заместитель управляющего отделением социального фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева отметила, что формировать пенсионный капитал необходимо с самого начала трудовой деятельности. Ответила на интересующие вопросы и рассказала об условиях получения страховой пенсии по старости. Что нужно, да, для назначения страховой пенсии по старости? Это достичь возраста. Женщины у нас выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Иметь страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. Школьникам и студентам было представлено новое издание брошюры «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», где в доступной и понятной форме объясняются вопросы пенсионной грамотности и правила обеспечения пенсии в нашей стране. Каждый участник получил в подарок по одному экземпляру этой книги. Завершилось мероприятие экскурсией по клиентскому залу социального фонда, где сотрудники рассказали свои вопросы и ответили на вопросы, которые интересовали ребят. Алана Акбаева осталась довольна экскурсией. Я считаю, что встреча была полезной. Я узнала очень многое. Ну, к примеру, я узнала, как пенсия становится больше. Ну, как сделать так, чтобы у вас была побольше пенсия. По словам сотрудников социального фонда, уроки пенсионной грамотности продолжатся во всех учебных заведениях республики до конца 2023 года. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.